Спасатели Ярославля ликвидируют последствия непогоды в областной столице. Они отработали уже несколько выездов. На улице Комсомольской, например, ветром оторвало желоб водосточной трубы. Он повис над головами пешеходов. Для работы понадобилась автовышка. Спасатели убрали нависающий кусок трубы и спустили его на землю. На Большой Октябрьской дерево ветром было вырвано с корнем и упало на пешеходную зону и парковочный карман. Обошлось без пострадавших. На Республиканском проезде дерево упало во дворе жилого дома, чудом не зацепив балконы. На Салтыковище 13 спасатели распиливали дерево, упавшее на металлическое ограждение дворовой территории и перегородившее проезд автотранспорта. Как сообщило сегодня региональное управление МЧС, в ближайшие сутки в регионе вновь ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду. Велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линии электропередачи и связи, нарушениями в системе ЖКХ и обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.